Здравствуйте, дорогие друзья! Это вторая посылка, которая пришла с моим дроном. Значит, это будет наш второй аккумулятор запасной, который я приобрел для приятных полетов, так как с одним аккумулятором очень мало полетов. Надо минимум два. Некоторые даже пишут, что три. Ну, начнем с двух. Будет мало. Докупим на следующий сезон. Если, конечно, все будет у нас хорошо. Так, это открыто. Пломба. Так, кстати, обратите внимание, что Mi вроде бы как все выглядит оригинально. 5100 заряд аккумулятора. Инструкция тоже Mi, так что я считаю, что аккумулятор оригинальный. Все на китайском. Все понятно, что ничего не понятно. Система. Полнейшая система, хрена вскроешь. Ну вот сам аккумулятор. Внешне новый, целенький. Два разъема. Серая кнопка. Полностью заряжен. Так, параметры. 5100, 77 ватта, 15,2 вольта. Ну, вроде бы все хорошо. Вот родной аккумулятор. Достаем. Внешне полностью одинаковый, за исключением цвета кнопок. Так как сам производитель заявляет, что у 4К кнопочка золотая, у 1080 красная, а у запасных аккумуляторов идет серая. Аккумуляторы взаимозаменяемые, подходят как на 4К и на 1080. Так, как-то почитать характеристики, чтобы были видны, что они полностью все одинаково. Все, теперь посмотрим, как он станет. Ага, не тем стороной. Все, становится отлично, как родной, в процессе эксплуатации. Мы проверим, как он себя ведет, сколько минут можно в нем летать, больше или меньше, чем на родном. Все, спасибо за просмотр.